И всем здорово. Продолжаем играть в Days Standalone на карте Aero of Decay. Это продолжение предыдущего видео, где мы со сталкером пришли к торговцу. После, немного поговорив и посмотрев цены, мы отправились с ним на охоту. Ну а как это было, вы увидите в этом видео. В общем, приятного просмотра. Так они еще там новые локации добавляют. Тут недавно в группе у них ВКонтакте смотрел. Что смотрел? Я пропустил это. Да я говорю, они тут еще ее и расширяют. У них там еще какие-то местность хотят добавить. Ну да, так, идея-то неплохая. Я помню, заходил, когда тут PvP-шный сервер был, тут еще оружие выдавали топовое почти. Да, да я тоже сюда заходил, это был такой бред. Ну да. Так, в принципе, видишь, они-то ничего не поменяли, просто запустили по-нормальному с торговцами. То есть тогда, как, тогда даже было PvP, но такого как PvP здорового не было, все просто бегали, все равно изучали. Ну да. Просто торговцев не было, ничего не было. И ты как бы тоже ж тогда был. И что ты будешь делать? Если торговца нет, ничего нет. Ну так. Ну да. Особо, если только карту изучать. Ну да. Наживется сегодня персонаж. А, пойдем, сходим. Пока не ночь, это ночь будет минут 30-40, наверное. Там тоже вообще там такая ночь, что не видно. А бегать с фонариком, без нового фонарика, да, еще такая. Да, это точно. Ну вот этот туман, он там опасный, в него лучше не заходить. Ну я не знаю, не проверял, но как-то так. Да я вот тоже думаю, в него не стоит заходить, наверное. Мы тут чуваком-то с каким-то бегали, понятно. Тоже вот буквально до выброса. Выброс начался просто почти мгновенно, и он наступил буквально через секунд 20. Нам повезло, что мы просто вот от этих зданий не успели далеко отбежать. Да, повезло. Надо иметь в виду. Я не знаю, как они так сделали, выброс просто начинается мгновенно. То есть вот па, и он наступил. Вот мы повезло, мы поднялись вот буквально туда наверх, еще может метров 100 или 200, вот мы успели добежать. Да, блин. Опасно, блин. Надо иметь в виду, что он мгновенно начинается. Да, и поэтому смотри, если что, то есть... бежать либо обратно, либо это если далеко вот сюда вот зайдем вперед, там будет впереди на болото, там будет вышка и будет такой вагончик, типа понял, строительный. Ну. Его тоже можно будет спрятаться, это на всякий случай. Ясно. Спасибо за информацию. Просто набегаюсь на этой карте в офлайне, понял. Там можно вот я там полетал, посмотрел. Ну так вообще прикольно, как от первого лица именно играть, достижения типа прохождения поинтереснее. Ну да. Да, только вот мне не нравится, почему на этом сервере постоянно очень часто выпадает дождь. Ну, сейчас тебе прописать. Это, наверное, они со сталкера взяли. Да, не, согласен, это атмосферно, но атмосферно, когда у тебя есть дождевитель, и он хотя бы есть продаж. Ну да. Это с противоположной стороны дороги. Не знаю кто. Возможно собаки. С той стороны, так я по плоти стрелял. Да, кабаны. Ох ты ёпта.
правильно бежим, правильно бежим. Ёпта. Я сейчас сдохну. Перевязывайся. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас помогу. Да, это, блядь, пиздец какой-то. Опасные чуваки с плотями. Это бинтом, бинтом, бинтом. Сейчас, 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 сейчас. Две раны перевязывай. Или еще одна рана. Еще я сейчас перевяжусь. Так, все. Перевязался. Короче, самое дорогое — это голова и сердце. Угу. Но смотри, чтобы они были не уничтожены. Вот эти вот черные вещи, она не подойдет. Понял. Ну, конечно, оно уничтожено. Голову значит. Голова и лапа. Значит, бери что-нибудь, что же глаз тоже пойдет, копыта тоже продает. Да, голову-то я только в руках носить. Так, под выброс попасть можно. Ты как, живой? Да-да-да, только падаю иногда. О, блин, башку-то потерял. Значит, тебе на точку надо. Башку бери. Пошли обратно. Пошли, пошли, пошли. Дружище. Так, нам туда. Тебе сейчас надо отхиливаться, отжираться, отжиматься. Сейчас продашь, будешь халку. А, блин, их надо как-то с укрытия бить, походу. Далеко было укрытие, мы бы не убежали, но растяжали. Ну. Укрытие вот там, смотри, вот там вот, где видишь, такое вот дерево и лысое. Ну. На самом деле укрытие там было, и позже я вам покажу, где от них укрыться можно. Ну а на следующий день я решил сходить поохотиться на плоти,
Я знаю, где они спавнятся. За это время хоть как-то у меня кровь была становилась вместе со здоровьем. Тут, оказывается, есть какой-то охотник. Сталкер решил на плоти поохотиться, так же, как и я. Что-то, походу, у него охота не задалась. О, да. Надо спасать парня. Блин, они бы на меня сагрились. Я как бы добежать успел. Ружье какое-то кривое дали. Все, наконец-то. Да, точно, все, сагрились. Ну, надеюсь, тот чел выживет, пока я их добиваю. Зелеными патронами, конечно, такое себе занятие по ним стрелять. Впрочем, как и по кабанам, лучше купить дроп. Дроп иногда их просто шопает. Так, ну вот все. Ну где он там? Ты как, живой? Hello. Sorry, I don't speak Russian, but thank you, thank you. Yes, sorry, bro, no speak English. thank you, you saved my life. На самом деле, вот оно, вот это укрытие. Вот так вот примерно должно быть. То есть вот тот же место, где мы тогда стреляли кабанов. Вот они заспавнились на меня. Пока их не видно, но они подойдут сейчас. Вот здесь вот где-то вот можно пройти, запрыгнуть на вагон, точнее на платформу. Только отдышаться надо. Вот так вот. Да, вот кабаны идут, и безопасно их расстреливать с этого места. Да, неплохая стая. В одиночку на них без укрытия хреново ходить. Тем временем нафармил на рюкзак. Благодаря кабанам плотям. Да, в принципе, по-моему, они одинаковы. Первое время пойдет все лучше, чем тот, который у меня был до этого. А старый рюкзак я кому-нибудь отдам в деревне новичков. Там, говорят, ящик поставили. Либо в ящик закину, либо, может, кого встречу. Так, что тут нажимать? Или он через таб? А, ну он через таб работает, но что-то как-то
А вот и сталкер. Здорово. Слушай, тебе так этот рюкзак не нужен? Денег у меня нет сразу. Я тебе бесплатно его отдам. Держи. Да, не за что. Спасибо, не за что. Ну вот, маленько хоть кому-то помог. Потому что мне тут тоже помогали. Теперь можно набрать водички. И идти дальше охотиться. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем всего самого хорошего. Новых встреч в зоне. Всем пока.